Приветствую вас на канале Техревизор. В этом рейтинге я собрал 8 лучших портативных ирригаторов для полости рта на 2021 год. В мой топ попали только лучшие ирригаторы из разных диапазонов цен, от 2,5 и до 9,5 тысяч рублей. Для удобства я разделил их на две категории – премиум и бюджетные, до 3000 рублей. В каждый топ вошли по 4 ирригатора. При отборе моделей я обращал внимание на такие характеристики, как объем резервуара для воды, создаваемое давление, количество режимов работы, длительность зарядки и поддержание заряда, а также комплектация насадками. А чтобы выявить удобство использования, надежность сборки и максимально объективно определить плюсы и минусы каждой модели, я изучил отзывы покупателей и обзоры экспертов. Прежде чем приступить к топу, подпишитесь на канал. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые публикации обзоров техники. А теперь приступим. Вначале я расскажу о лучших портативных ирригаторах премиум-класса. Начну с WaterPik WP562. Прибор выполнен в традиционной форме. Он оснащен съемным резервуаром для воды на 180 мл, который имеет прозрачные стенки для удобства контроля расхода. Ирригатор способен создавать пульсации до 1250 в минуту, что обеспечивает лучшее качество очистки налета и камня, и давление, которое можно регулировать в диапазоне 310-520 кПа. Всего предусмотрено 3 режима мощности. Комплектуется 4 насадками, 2 из которых стандартные, поэтому модель может подойти для 2 пользователей. Также есть насадка для ухода за брекетами и для ухода за имплантами. Для хранения и транспортировки предусмотрен футляр для насадок. Для удобства транспортировки также предусмотрен чехол для ирригатора и заглушка, предотвращающая разлив воды. Портативный прибор с аккумулятором, заряда которого хватает для 7 дней использования. Зарядка занимает 4 часа. Отдельно стоит отметить магнитное крепление зарядного устройства, то есть какие-либо разъемы отсутствуют, что делает прибор устойчивым к воздействию влаги. Этому способствует и полностью водонепроницаемый корпус. Хочется выделить очень тихую работу. Он создает шум порядка 50 дБ, что сопоставимо с шумом кипящего чайника. Цена – 7500 рублей. Модель привлекательного вида с хорошей комплектацией, создающая в меру мощное давление, которого, по мнению стоматологов, хватает для бережной, но эффективной очистки. Выделяется магнитным разъемом для зарядки, что делает его более удобным и надежным при эксплуатации. 90% пользователей рекомендуют его к покупке. На третьем месте стоит Panasonic EW1511. Модель выделяется способом работы. Это не импульсный, а ультразвуковой ирригатор. Эта технология предусматривает воздействие ультразвуком на пузырьки воздуха, за счет чего создается ударная волна. Поэтому при аналогичном давлении воды прибор, по заявлению производителя, более эффективен, чем импульсные ирригаторы. Он создает до 1600 пульсаций в минуту. Хочется выделить панель управления. Это не только кнопки переключения режимов и включения, но и индикаторы, подсказывающие, какая выбрана мощность и сколько осталось заряда. Резервуар для воды у него немного больше – 200 мл. Его объема хватает на 1 минуту работы. Регулировать мощность можно в 5 положениях. Максимально создаваемое давление – 647 кПа. Ирригатор комплектуется 2 стандартными насадками. При работе они вращаются для удобства очистки в труднодоступных местах. Прибор имеет полностью влагонепроницаемый корпус, его можно даже промыть под водой. Зарядное устройство представляет собой подставку, на которой можно разместить 2 насадки, для них есть отсеки. Зарядка занимает порядка 1 часа. Непрерывно прибор может работать 10 минут, то есть, если очистку проводить в течение 1 минуты, заряда хватит на 10 дней. Цена – 9500 рублей. Если сравнить с первой описанной моделью, выделяется типом работы, который считается более эффективным, но в комплект не входят дополнительные насадки для удовлетворения особых потребностей. А также у него больше режимов переключения, силы подачи воды, большой объем резервуара и его зарядка занимает меньше времени. 93% пользователей рекомендуют модель к покупке. Второе место занимает Demiant Elite ERP620. Эта импульсная модель выделяется большим резервуаром для воды – 300 мл, поэтому ее можно дольше использовать без дозаправки, чем уже описанная в рейтинге.
позволяет регулировать мощность струи в трех положениях – мягкий, нормальный, интенсивный. И выбирать режим работы – струя и пульсация. Давление создается в пределах 207-690 кПа, а пульсации – до 1800 в минуту. Есть у ирригатора таймер, позволяющий контролировать длительность процедуры по уходу. Также стоит выделить богатую комплектацию. У этой модели 6 насадок. Среди них 2 стандартные и по одной для брекетов, для имплантов, для десен, для языка. Еще ирригатор выделяется наличием дисплея, на котором отображаются выбранные режимы, заряд батареи и прочие показатели работы. Зарядка осуществляется через USB разъем и может занимать до 4 часов. По расчетам производителя, полного заряда хватит на 2 недели использования одним пользователем. В комплект входит чехол для хранения. Цена 5000 рублей. Несмотря на маленькую стоимость, чем первые описанные модели, ирригатор выделяется большей емкостью для воды, большим набором насадок и разнообразием режимов. При этом он создает и большее количество импульсов и большее давление струи. 86% пользователей считают модель оптимальной по сравнению цена-качество. И лидером моего топа стала новинка Raviline RL450. Одна из самых продвинутых моделей не только среди ирригаторов Raviline, но и, пожалуй, среди приборов других производителей. Прежде всего, обращает на себя внимание дизайн устройства. Яркий, стильный. Raviline RL450 будет удачно смотреться в ванной комнате. Хороша эта модель не только внешним видом, но и содержанием. Ирригатор укомплектован вместительным аккумулятором емкостью 2000 мАч. Он быстро заряжается 5-6 часов через USB-порт. Достаточно вместительный резервуар расположен под нижней поверхностью корпуса. Ирригатор способен обеспечивать давление жидкости до 760 кПа, чем не могут похвастаться многие стационарные приборы. В комплекте есть удобный дорожный чехол и 5 съемных насадок. Отличный тревел-вариант для путешественников. Цена 4200 рублей. Если сравнивать ирригатор с моделями, вошедшими в рейтинг, то стоит отметить, что у него солидный набор насадок и вместительный резервуар, который легко снимает и устанавливается. Владельцы этого ирригатора отмечают компактность прибора, небольшой вес, высокий уровень давления, хорошую комплектацию, возможность выбора режимов, а также якорь для более эффективного забора воды в любом положении и рекомендуют его к покупке. А теперь перейдем к лучшим бюджетным ирригаторам. Начну с Xiaomi Aliba WL8. Модель весьма лаконичного дизайна разборной конструкции. При этом резервуара для воды емкостью всего на 150 мл можно сжать в компактный цилиндр, что решает проблему переноса и хранения. Благодаря такой возможности прибор вместо 21 см станет высотой всего 14 см. Его емкость к тому же съемна для удобства залива. Ирригатор создает пульсирующий поток с давлением до 1200-1600 импульсов в минуту. В работе предусмотрено 3 скорости, что позволяет подобрать удобную мощность для пользователя. Насадка всего одна, стандартная. Особенностью модели выступает длительная работа на одном заряде до 45 минут. Это один из самых лучших показателей. Для подзарядки предусмотрен скрытый USB разъем. Зарядка занимает порядка 5 часов. Цена 3000 рублей. Лучше всего модель подойдет для командировок, поездок благодаря удобной конструкции, возможности сжать резервуар и уменьшить его размер, а также очень емкой батареей. 90% владельцев этой модели рекомендуют ее к покупке. На третьем месте Bewell WI912. Эта модель выделяется среди бюджетных исполнением и оснащением. Она выполнена в традиционной форме, выглядит стильно, оснащена емкостью для воды на 150 мл. Работает на трех режимах – Normal для эффективной очистки, Soft для чувствительных зубов и Pulse для массажа десен. При работе создает мощность до 720 кПа и до 1420 импульсов в минуту. Комплектуется 5 насадками для комплексного ухода, 2 стандартными для языка, для десен и для брекетов. Все насадки можно удобно разместить на подставке для ирригатора, которая является бесконтактным индукционным зарядным устройством. На одном заряде он может работать до 1 месяца. Важной особенностью модели выступает наличие опции автоматического отключения, которая срабатывает через 2 минуты. Это защищает от разрядки при случайном включении. Чтобы прибор можно было брать с собой, предусмотрена сумка для хранения.
Цена – 3000 рублей. В сравнении с предыдущей моделью выделяется большой комплектацией насадками, большим давлением струи воды, беспроводной зарядкой. Ну и, конечно, пользователи отмечают высокую надежность и качественную сборку. 86% из них рекомендуют ее к покупке. Второе место в топе занял Sucas W3 Pro. Ирригатор изящной формы с прозрачной емкостью для воды, имеющий съемную конструкцию. Резервуар довольно крупный, на 240 мл. Это позволяет использовать прибор без долива воды. В работе предусмотрено три режима – мягкий, стандартный и массаж для десен. Создает довольно мощный напор струи. Комплектуется четырьмя насадками, одна из которых предназначена для чистки и массажа десен, одна для чистки языка. Хранить их можно в полупрозрачном пластиковом контейнере. Заряжается прибор через USB-кабель. Полная зарядка занимает до 4 часов. Но емкости аккумулятора может хватить до 80 дней использования. Это самый лучший показатель в обеих рейтингах. Разъем для кабеля закрывается заглушкой, чтобы избежать попадания воды. Цена – 2500 рублей. Если сравнивать с предыдущими моделями, оснащен большей по объему емкостью для воды, поэтому один сеанс можно провести без добавления воды. Достаточно большой комплектацией, а главное – очень длительным временем работы без дозаправки. 94% пользователей рекомендуют модель, отмечая в том числе и удобную форму, и продуманный контейнер для хранения насадок. И вот мы добрались до лидера среди недорогих моделей – CS Medica Aqua Pulsar CS 3. Модель привлекательного дизайна с эргономичной рукоятью, оснащенная резервуаром для воды на 130 мл, объема которого хватает на 40 секунд работы, что достаточно для проведения одной процедуры. Работать может в трех режимах – Intense с давлением 590 кПа для максимально эффективной очистки, Normal Air Plus с давлением 390 кПа для повседневного применения, Soft Air Plus с давлением 200 кПа для деликатной очистки. Переключение происходит с помощью кнопки, расположенной на ручке. Выбранный режим показывается индикаторами. Работает прибор по микропузырьковой технологии. Водно-воздушный компрессор образует микроскопические пузырьки воздуха, которые смешиваются с жидкостью для деликатной, но качественной очистки и эффективного массажа десен. Создает частоту колебаний от 1200 до 2000 импульсов в минуту. В комплект входит 4 насадки. Две из них стандартные, а еще есть ортодонтальная и парадонтальная насадки для очистки брекетов и десневых карманов соответственно. Ирригатор оснащен аккумулятором, емкости которого хватает до 5 дней использования по 2 раза в день. Для полной зарядки требуется 16 часов. Зарядка происходит бесконтактным способом с помощью индукционного зарядного устройства. Для удобства прибор можно разместить в ванной, для чего в комплект входит набор для настенного крепления. Есть и чехол, в котором можно перевозить ирригатор с собой, например, в командировку. Цена 3000 рублей. Если сравнивать с предыдущими моделями, выделяется хорошим оснащением, создает высокую мощность для эффективной очистки с помощью микропузырьковой технологии, а также достаточным набором насадок для семьи. Отдельно пользователи отмечают длительную работу на одном заряде и удобную подставку для хранения в ванной комнате на стене. 90% пользователей рекомендуют модель к покупке. Напишите в комментариях, какой ирригатор вам кажется более удобным – стационарный или портативный. Это был рейтинг лучших портативных ирригаторов в 2021 году. Напоминаю вам, что посмотреть стоимость всех моделей можете по ссылкам, оставленным в описании. Не забываем подписываться и ставить лайки. Надеюсь, вам был полезен рейтинг. До встречи в новых видео!